Здравствуйте, дорогие друзья, в эфире радио «Оса Чикаго», с вами у микрофона Сергей Сосновский, как всегда. А сегодняшний наш эфир начинается с острополитического материала, конечно же, за авторством нашего главного редактора Александра Этмана, и, что самое главное, главный спикер в этом материале – это личный давний друг Александра Этмана Вениамин Борисович Смехов. Материал называется «Один за всех». Он посвящен, естественно, острополитической теме, теме цензуры, теме уголовного преследования Жени Беркович и Светланы Петричук, которые находятся уже около года в СИЗО за стихи. Формально за спектакль, но по факту, конечно, за острые, своевременные и очень, видимо, кого-то наверху задевшие стихи. Стихи мы читать сегодня не будем, мы зачитаем материал от Александра Этмана. Делайте погромче. Один за всех. На прошлой неделе наш великолепный Вениамин Борисович Смехов, человек, дружбой с которой я горжусь с 1982 года, потому что он и был, и остается образцом порядочности и отваги, выступил в Москве свидетелем на чудовищном процессе Жени Беркович и Светланы Петричук, который проводится вторым западным окружным военным судом. Их обвиняют в оправдании терроризма. Часть 2 статьи 205, часть 2 УК. Дело завели больше года назад из-за спектакля «Финист Ясный Сокол» о российских женщинах, решивших выйти замуж за исламистов и уехать в Сирию. Все это время фигурантки дела находятся в тюрьме. Я привожу стенограмму допроса свидетеля Смехова В.Б., который не обнажил для меня ничего нового, потому что свидетель не просто не изменил себе, как было всегда, но и возвысил голос во времена, когда не струсили лишь считанные. И вряд ли его показания на что-то повлияют, но это было достойно. Мерси боку, Вениамин Борисович. Судья. В силу возраста, состояния здоровья будете стоя давать показания? Смехов. Стоя. Судья удостоверяет личность свидетеля. Судья. Место работы? Смехов. В театре. Судья. В каком? Смехов. Куда позовут, там и работаю. В Театре нации играю спектакль «Последнее лето». Судья. Подсудимые вам знакомы? Смехов. Я актер. Женя режиссер. После замечательного спектакля «Считалка» мы были в восторге от спектакля. Сообщили об этом в восторге режиссеру. Со Светланой, к сожалению, лично не знакомы. Судья. Есть неприязненные отношения к подсудимым? Смехов. Меня хорошо воспитывали. Я не вру. Нет. Судья зачитывает свидетелю его права и обязанности. Адвокат Карпинская. Смотрели ли вы спектакль? Если да, то где? Смехов. В боярских палатах, где-то после активного периода пандемии. Адвокат. Какова цель и задача спектакля? Смехов. Предупреждение об опасности, особенно для молодого поколения. Попутная опасность существует в виде жуликоватых звонков по телефону, много жуликов сейчас. Опасность поддаваться на незнакомые и опасные предложения, но пьеса и спектакль свободны от буквальных предупреждений. Они рассчитаны на зрителя, который воспитан театром. Спектакль талантлив и силен, иносказание, метафора, поэтичность, мотив сострадания и текста, и спектакля. Адвокат. Отождествляют ли себя авторы со своими героинями? Смехов. Нет. Сегодня день рождения Пушкина. Мне неловко говорить очевидные вещи для тех, кто учился в советских школах и в школах Российской Федерации. Талант автора в том, что решительное действие каждого персонажа совершенно отделено от жизни и характера автора, Светланы. Так же, как замечательные актрисы, которые играют в спектакле, они играют чужую жизнь как свою, как у Станиславского. Адвокат. Скажите, пожалуйста, вот вы посмотрели спектакль. Он оправдывает терроризм или пропагандирует? Смехов. Он настойчиво предупреждает о той беде, которая может оказаться на пути. Я должен ссылаться на Афанасьева, где ради любви Марьюшка и Алёнушка готовы жертвовать собой. Спектакль продолжает форму театральную. Актрисы защищают свои роли перед обстоятельствами, перед которыми они бессильны. Те обстоятельства, при которых мы собрались, не соответствуют истине. Женя Беркович, у меня к вам вопрос как к мужчине. 35 лет мечтала это сказать. Показалось ли вам, что в спектакле каким-то образом оскорбляются чувства русских мужчин?
У меня фамилия Смехов, я не могу серьезно отвечать на этот вопрос. Этот спектакль о беде. Нет, конечно. Адвокат Сергей Баданшин. Вы помните атмосферу на спектакле по итогам просмотра? Какие отзывы вслух? Смехов. Похоже на то, что происходит после хорошей премьеры. У зрителя было сочетание трагического жанра и какой-то очень светлой лирики по отношению к девчонкам. Это сочетание выражалось в том, что зрители, как я помню, называли персонально актрис, такая была перекличка, а моя вот так, а моя вот так. Зрители были знакомы с актрисами, с их работой, с тем, что мы увидели в спектакле. Судья. Ваш творческий путь неоспорим, ваш авторитет в творческих кругах очевиден. Но были ли какие-то негативные отзывы? Смехов. Нет, не было. А можно вопрос? Вы меня знаете как Смехова или как Атоса? Судья. Я вас знаю как свидетеля защиты по уголовному делу. Смехов. Я запомню ваш ответ. Адвокат Мария Куракина. А по вашему мнению, пьеса содержит оправдание терроризма? Смехов. И пьеса, и спектакль настойчиво предупреждают о такой беде, как сопутствие террористам и врагам нашего Отечества. Прокурор. Вы работали с Беркович или с Петричук? Смехов. Нет, к сожалению. Прокурор. А в Гоголь-центре? Смехов. Да, я работал там много, но с Женей нет. Ксения Карпинская спрашивает про примеры убийств в кино и является ли это оправданием. Судья перебивает, пытается переформулировать вопрос. Смехов. Оправдания ИГИЛ там нет никаким образом. Судья. Можно ли говорить, что работы Светланы Александровны и Евгении Борисовны сподвигли людей заинтересоваться, пойти в ряды террористов? Смехов. Мы друг друга с вами понимаем. Этого нет ни в пьесе, ни в спектакле. Я был бы рад еще раз посмотреть этот спектакль. Хороший спектакль каждый раз вносит подробность эстетического свойства, но не сопротивляется пьесе. То, что я уже назвал, спектакль – предупреждение. Это то, что я увидел в спектакле. Что я прочел в пьесе. И я бы очень хотел снова увидеть этот талантливый спектакль. Судья. Допрос свидетеля Смехова окончен. Александр Этман. Напоминаю, что вы слушаете радио АСА Чикаго, а сейчас небольшая рекламная подборка для нашей стремительно растущей аудитории в Южной Флориде. Следите за нами в Instagram «Свет Флорида», ставьте лайки в группе Facebook «Свет Флорида» и присоединяйтесь к группе «Свет Коннект Флорида». «Свет Флорида» поможет найти лучших во всем, что вам может понадобиться и из чего состоит повседневная жизнь. Мы создали великолепную инфраструктуру из надежных и проверенных специалистов для тех наших читателей, зрителей и слушателей, которые проживают, переезжают или инвестируют во Флориде. Звоните 847-477-7770 в Чикаго или 561-906-6442 в Майами. Здравствуйте, уважаемые дамы и господа. Ни к чему нам берег турецкий, я вам скажу, когда речь идет о Юлии Личинской, которую вы видите на экранах справа от меня, ну, у кого слева. Это Island of Health, замечательное наше место. Никакие, действительно, берега турецкие, итальянские воды, там, Форш во Франции или популярный у вас тут среди нас. Карловы-Вары, да, чуть-чуть не знаю. Так вот, все это есть по адресу Island of Health, 26. Халлендейл. Подожди. 26, ну, давай по-честному. Дипломат Парквей, Халлендейл Бич, Флорида. Правильно. Солнечная. Да. Знаешь, я недавно вернулся из отпуска и заехал в Чикаго, потому что тут нужно... И ты знаешь, за это время было, наверное, 3 дня переменной облачности. Сегодня дождь, холодно, по-моему, 7 градусов по Цельсию было ночью. Сейчас 10 или 11. И тоскую я по Флориде. Да, так все карты в руки, приезжайте. Да нет, скоро, естественно, приедем. Да. Ребята, я хочу продолжить тему, которую мы с Юлей начали приблизительно 1.5 месяца назад. Об этом вот самом острове здоровья. Он действительно остров здоровья, я там был, и не только я там был, там были наши сотрудники, наши мнения сошлись. А сейчас я предоставляю слово Юле, потому что у нас, для тех, кто первый раз вообще слышит об этом, Юля представит, а потом я начну задавать вопросы. Хорошо, Юля? Да, да. Спасибо большое за такое
приятное представление. Для тех, кто еще не был у нас, я напомню, это «Остров здоровья», профилакторий, санаторная программа. Не побоюсь этого слова, Карловы Вары во Флориде. Мы работаем уже больше 7 лет. А многие чикагцы знают обо мне по Wonders of Nature. У нас была натуральная аптека Buffalo Grove и центр wellness здоровья. И вот уже 7 лет мы работаем во Флориде. Что такое «Остров здоровья»? Если в двух словах, это уникальное сочетание профилактической процедуры, это медицина, это отдых, это экскурсии. То есть это все, что нужно во время отпуска. Если ты хочешь отдохнуть, отвлечься, но при этом еще набраться сил, оздоровиться, все в одном флаконе. У нас есть программы на неделю, на 7 дней, есть программы на 10 дней и на 14 дней. Самое главное то, что мы сейчас немножко поменяли, первое, это, конечно, гостиницу поменяли, и селим теперь людей прямо на океане, буквально в 5-10 метрах, вот на побережье. Это замечательный плюс. То есть вы просыпаетесь, идете прямо в купальнике на океан, и в 10 часов вас забирают на процедуры, затем вы возвращаетесь. Но мужчины могут в плавках. Да. Да, женщины, конечно, в купальник. Хорошо. Да. И так каждый день, то есть это и процедуры комплексные, 5 процедур в день, обязательно диетическое питание, обеды, ужины, кислородные коктейли, диета абсолютная, но опять-таки всем нравится, потому что это и для диабетиков хорошо, и для тех, кто едет потерять вес, и для людей, у кого есть какие-то проблемы с суставами, у нас есть специальная диета без красного. То есть это у кого подагра, у кого проблемы артрита. Без красного, извините, я вынужден уточнить. Вина нет. Окей. Все успокоили меня. Не только вина, но также без помидор, без красного. И только то есть... белое. Да, только белое. Все красное, особенно что касается фрукты, овощи и красное мясо, вызывает повышение мочевой кислоты в организме. А это особенно чревато развитием подагры, артроза и, конечно же, ревматоидного артрита. Поэтому мы подбираем индивидуально каждому пациенту свою диету. У нас готовит квалифицированный повар, полностью европейская еда. Ну и, конечно, по желанию, если кто-то вегетарианцы, это тоже существует, и мы подбираем каждому, как раньше было в санаториях, диетический стол. Там номер 5, номер 3, у кого гастрит, а у кого диабет и так далее. Это тоже очень важно, потому что не всем людям подходит какая-то определенная пища. Многие сравнивают, когда звонят, нам говорят, ну вот в Мексике шведский стол, но в Мексике это другое, в Мексике это наесться до пуза, это напиться. У нас все-таки лечение превалирует. На первом месте мы все-таки пытаемся заняться вашим здоровьем. Это очень важно, на мой взгляд. Вот, не побоюсь этого слова, скажу, что мы в каком-то... Я считаю, что мы не то, что одни, но, скажем так, одни из первопроходцев в Америке, кто занялся санаторным лечением, скажем так. И огромное количество людей у нас со всей Америки. Опять-таки, не бахвальство, но говорю как есть. Более мы недавно считали... Ну, наверное, из разных штатов. Наверное, штатов 30 уже у нас было людей. Вот, многие о нас знают. Кто-то приезжает по второму, третьему, четвертому разу. У нас уже своя клиентура, которая вот годами уже устоялась. То есть а вот насколько нужно подъехать, чтобы так подлечиться? Хотя бы 10 дней. Вообще, 10. Раньше, помните, было в санаториях 21 день курс? Да. Естественно, с американским образом жизни это нереально. Потому что все бегом, все на бегу, налетом. 10, да, 14 еще лучше. То есть смотря какие заболевания. То есть у нас есть 5 программ. Опорно-двигательный аппарат, программа детокса, очищение печени. Жировая печень – это вообще fatty liver. Это сейчас такое заболевание, распространенное в Америке. То есть каждый второй. И это не то, что ассоциация вызывается сразу такой, ой, я же не пью, я же вроде бы не веду такой нездоровый образ жизни. Неважно. Пища, образ жизни в общем и так далее. Все ведет к тому, что fatty liver, разжирение печени у каждого второго после 40 лет. Поэтому мы занимаемся детоксами печени, очищение почек, очищение лимфы, профилактические программы для диабетиков, программы похудения. Многие спрашивают, что реально можно за 7-10 дней. До 10 паундов за 10 дней вы можете потерять. Потому что наши программы разработаны врачами. Вот я как-то говорила в программе, врач, доктор лимфолог Ольга Бутакова, с нами она профессор с 40-летним стажем, и ее монографии можно почитать на интернете, есть ее книги. Кстати, у нас совместный YouTube-канал, мой канал есть, если кому интересно, мы ссылку дадим. Академия здоровья с Юлией Личинской. На моем YouTube-канале очень много лекций совместных с Бутаковой. Так Бутакова разработала нам специальную программу
для это детокс программы и программы для тех, кто хочет похудеть очень быстро. Эта тема сейчас очень важная. Не все же все-таки прибегают к Оземпику или к вот этим инжекшнс, которые очень быстро, с одной стороны, дают похудение, но с другой стороны, огромное количество побочных эффектов. Поэтому многие хотят здоровым путем похудеть. Так вот, у нас программа именно рассчитана через детоксы, через очищение, через supplements, через диету. И все это работает буквально, как я сказала. Хотите быстро похудеть правильно, без каких-либо уколов, но именно при помощи наших процедур, детоксов, приезжайте на Остров Здоровья, вы увидите результат 10 паундов. Ну хорошо, но вы людей потом, вы выучите людей, потому что абсолютно. За 10 дней там 7 вот паундов ты сбросил, вернулся, очень... навернул да, сковородку картошки очень... и все. Очень хороший, кстати, вопрос, потому что мы проводим образовательные лекции каждый день. Мы обучаем, и когда люди уезжают, они уже проходят школу здоровья, то есть Академия здоровья. Я им даю пакет, протокол. Во-первых, когда люди приезжают, мы им делаем компьютерную диагностику, биорезонанс. И после этого каждому индивидуально назначается пакет процедур. Неделя, 10 дней. Все в индивидуальном порядке, то есть каждому индивидуальный подход. Вот это, на мой взгляд, очень важно. Каждому подбирается его программа лечения, supplements. Я даю протокол на 6 месяцев по отъезду, когда человек уезжает. Печатывается программа, протокол витаминов, supplements и диеты на 6 месяцев. Мы потом на связи, люди звонят. Но, вот это, Юль, вы опережаете, с вами, во-первых, и хорошо, и сложно, потому что только собираюсь что-то спросить, а вы уже отвечаете на этот вопрос. Да, я прочитала. То есть можно позвонить, если какая-то заминка, что-то забыл или не уверен, можно вам позвонить. Абсолютно. Всегда на связи после обеда, после рабочего дня. Поэтому у нас такой контакт с нашими клиентами, пациентами. Мы уже как семья. У нас очень многие, вот те, кто возвращаются, они всегда, ну, кто-то напечатает. Можно сейчас созвониться, текст-месседж пришлет. Да, и я веду каждого клиента, пациента стабильно. Есть вопросы, курс один проработали, следующий и так далее. То есть всегда на связи, мы никого не бросаем. И те, кто прошли наш детокс, и кто прошли наши все процедуры, приехали домой уже, мы на связи. Это однозначно. И это очень важно. То есть программы рассчитаны на 7, 10, 14 дней. И эта программа, кстати, есть еще и восстановительные, то есть профилактические. Это не для диабетиков, это просто программы для тех, кто хочет немножко подкрепить иммунитет, отдохнуть, расслабиться у океана, но при этом сделать массажи. Вот у нас есть рефлекторный массаж, баночный массаж, хатстоун, горячие камни массаж. У нас есть специальные кислородные коктейли, у нас есть коктейли зеленые, которые мы даем для очистки организма, но при этом они дают энергию. Грязи есть? Грязи. Вот, вы теперь опередили. Да, конечно. Ну, мне тоже палец рот не хватит. Да, 1-1. Так вот, что касается грязи. Во-первых, у нас мы работаем с компанией Масада израильской. И, мы получаем... Не путать с Масадом. Нет, я для вас нет. Так вот, грязи мы получаем уже на протяжении 5 лет. Брикеты специальные. То есть мы делаем обертывание. Особенно помогает людям, у кого артрозы, артриты. Помимо этого, у нас есть очень хорошая программа. Это коллагеновый ультразвук. При помощи коллагенового обертывания мы наносим, то есть мы работаем с ультразвуком, и этот коллаген проникает достаточно глубоко и снимает inflammation. Очень хорошо помогает женщинам, у кого остеопороз, у кого отложение солей, для тех, у кого inflammation, серьезные проблемы в суставах. Помимо этого, то есть с опорно-двигательным аппаратом очень много связано процедур, потому что, наверное, процентов 60-70 пациентов приезжают с этими проблемами, опорно-двигательный аппарат. Поэтому мы работаем серьезно. У нас есть процедура magnetic therapy, electromagnetic therapy, которая хорошо работает для колен, у кого есть проблемы с соединительной тканью, проблемы, связанные верхний отдел, шейный отдел, нижний отдел поясничный. То есть очень хорошо работают вот эти процедуры. Ну и многое-многое другое. Сейчас мы немножко видоизменили аппликации наши. Мы работаем с глиной. Слышали, наверное, зеленая глина, голубая глина, белая глина. Это очень хороший вид лечения. Кстати, я пару лет назад была в Карловых Варах, и много у них там тоже взяла для себя, так сказать, для экспириенса. Не перейти зеленая... из источника номер 9. Народ потравился там недавно. Да, кстати, да, тут да. Вас не заставят пить из каких-то подозрительных источников. Но, кстати, мы даем людям пищелочную воду. Это хорошая вода. Ну, это совсем другое. Это алкалайн вода. Это специальная машина. И эта щелочная вода работает на улучшение pH-баланса. Особенно у кого рефлюкс, у кого гастропроблемы, связанные с изжогой, заброс кислоты, язвенная болезнь.
Ну, практически, с нашим образом жизни и с нашим питанием у всех, да. Занимаемся мы этим тоже. Человек приезжает, мы ему делаем pH-тест. Специально у нас есть такие индикаторы, solution. Мы проводим тест на голодный желудок каждому. И мы назначаем индивидуально питьевую воду каждому свою. Щелочную. Это тоже очень важно. А, то есть есть принципе, они разнятся по составу? Свою. В бутылке, да, немножечко разное. То есть у нас покрывается и желудочно-кишечный тракт, и опорно-двигательный аппарат, и похудение, и диабет, и детоксы мы делаем. Очень много направлений, и мы сейчас расширяемся, конечно. Это отдельный вопрос. Просили меня, пока не забыл, узнать, есть ли у вас классы йоги. И народ нас интересует всякие скидочки, промоушенс, specials. У вас такое вообще бывает, или конечно, мы без этого работаем? Вот мы сейчас говорим как раз предсезон. С одной стороны, говорят, что летом не популярно очень во Флориде быть, но... Например, август месяц, шикарно уже. Океан – это мой любимый месяц. 30 градусов вода. Я люблю только теплую ванну. Поэтому я иду купаться в августе, в сентябре. Так вот, вода шикарная, океан 30 градусов. При этом нет такой сильной жары, как, скажем, в июле. И вот на август у нас очень хороший промоушен, 20% скидка. Но заранее записываться сейчас, конечно, потому что количество мест ограничено. У нас уже мы продали 9 комнат, то есть нам нужно торопиться. И вот этот промоушен действует до конца мая. И я считаю, что это очень хорошее предложение, 20% скидка. Плюс, если вы приезжаете с детьми, бабушки, дедушки или кто-то хочет с семьей отдохнуть, дети бесплатно. Ну, то есть детям не нужно же процедуры принимать. Большинство детей, конечно, здоровы. Так вот, дети, проживание бесплатно. И еда в $30 в день, обед и ужин для детей. Тоже нормальная цена, абсолютно. Ну, да? Знаю я некоторых детей, которые у вас просто из бизнеса выбьют, да. Да-да, ну, понятно. Так что есть промоушен, торопитесь. Мы потом в конце, наверное, дадим всю информацию, ссылку на наш веб-сайт, телефоны, все ссылки, адреса. Мы обязательно все это опубликуем, и не только, но и в газетах тоже, и на других наших каналах, в том числе и, естественно, Facebook, Instagram и YouTube. Да. Еще я хотела добавить, что касается сейчас сезон каникул, отпусков начинается, и, конечно, промоушен мы даем, но так как многие едут семьями, мы предлагаем не только лечение, но и комплексные семейные пакеты путешествия. То есть мы объединились с тревел-агентством русскоязычным, которые очень-очень интересные поездки предлагают. И 50% скидка на все их поездки, если это наши люди в Голливуде. Кстати, мы же в Голливуде селим, так что наши люди в Голливуде, Island of Health, получат специальные промоушен на экскурсии. Если вы, тем более, едете с вашими детьми, это поездки, поездка на кораблики, очень интересная, Форт Латердейл. Это поездка, экскурсия обзорная 4 часа по Майами. И так вот я даже могу озвучить цену на минуточку. $50 с человека, можете представить, это 4 часа экскурсии. Это вообще ни о чем. Потому что, зная, какие цены сейчас на экскурсии, минимум 150 на человека. Вот, то есть мы предлагаем такие промоушены, это только будет вот летний период, но если вы хотите не только подлечиться, а с фэмили, с семьей приехать с детьми отдохнуть, это поездки по паркам, это поездки вот Майами, музей Виская, конечно же, это ботанический сад, это японский сад в Делорей-Бич и многое-многое другое. То есть мы соединяем, мы непосредственно работаем с вот русскоговорящим турагентством, и у вас будет очень хороший промоушен, предложение на туристические вот такие вот поездочки. Это будет после обеда, пятница, суббота, воскресенье. Я считаю, это очень хорошее предложение. Обалдеть. Я вам скажу, с вашей энергией, я не удивлюсь, если через лет 5-7 будешь полетать в Майами и Форт Лодердейл, и сразу же будут такие плакаты, не приглашаем вас в Дисней или в Брикел. А приглашаем на остров здоровья. Вы большая молодец, Юля. Спасибо. Спасибо большое, Александр. Значит, давайте я подытожим. Ретриты есть, разработаны. Новые программы есть, мы о них говорили. Те, кто не понял, может еще раз посмотреть. О специальных предложениях поговорили. Расширяться. Обязательно. Как мы будем расширяться? Это, конечно, коммерческий секрет и секрет фирмы. Я все секреты не выдаю, знаете, как говорят, чтобы не сглазить.
Но это все планируется в совершенно в ближайшем будущем, так как огромное количество новых клиентов и американских клиентов. Естественно, мы расширяемся. Об этом все подробно узнаете где-то через пару месяцев. Вот, будут новости везде. И приглашаю всех на остров здоровья. Поверьте, вы не пожалеете, это не общие фразы. Солнце, воздух, замечательная лечебная вода, лечебные процедуры, ну, конечно же, экскурсии, все-все-все. Это работает для вас. Поверьте, нужно вкладываться в здоровье. Это самый главный наш вклад. То есть если мы не будем здоровы, ничего другое нам не нужно будет. Поэтому остров здоровья – это то место, где вы оздоровитесь, немножечко помолодеете, конечно, побудете на солнце, закрепитесь с большой вероятностью дозой витамина D3. А мы сделаем для вас все, чтобы вы ощущали себя как дома и хотели приехать к нам еще раз. Забыл принять витамин D3. Большое спасибо. Всего доброго и до следующих встреч. Спасибо большое. Всем хорошего дня. Спасибо. Eastside Active Living. Первый российско-американский дом для пожилых во Флориде предлагает одноместное и двухместное размещение недалеко от океана. Полный пансион, доктора на территории, русскоязычный персонал и администрация, ответственные и добрые медсестры, круглосуточный сервис для резидентов. Квалифицированные психологи, физиотерапия, отзывчивый обслуживающий персонал, развлекательные и образовательные программы, трехразовое питание. Помогаем получить финансовую помощь от государства. Говорим по-английски, по-испански, по-русски, по-португальски и на креольском. Наша цель – создать условия достойной старости для ваших пожилых родителей и родных. Адрес 1600 Тафт-стрит, Голливуд. Номер телефона 786-707-5303. 786-707-5303. Новаторский ресторан в самом сердце Северного Майами. Pearl by Chef IP, 2420 Northeast Miami Gardens Drive. Он появился благодаря желанию его хозяина разнообразить репертуар изысканных ресторанов Майами. Меню здесь сочетает в себе элементы средиземноморской и японской кухни с фирменным штрихом шеф-повара и владельца Айзека Перлмана. Среди фирменных блюд – жареный гриб маитаке с черным чесноком и юзу, филе дикого морского леща с маслом мисо и салат «Цезарь» с васаби и трюфелем. Шеф-повар IP возвысил повседневную кухню, используя лучшие ингредиенты для сочетания сложных вкусов с безупречной гастрономической техникой. Продуманное до мелочей пространство приятно удивит вас уютом и комфортом. Pearl приглашает гостей по любому поводу, от обычного ланча до романтического ужина в городе. Шеф-повар IP и его команда также владеют компанией по организации частных мероприятий более чем 10-летним опытом работы. Они специализируются на проведении любых мероприятий, от званых ужинов до крупных корпоративных мероприятий в любом месте, в самом ресторане, на его крыше с видом на Авентуру или прямо в вашем доме. За дополнительной информацией обращайтесь по телефону 786-638-1392. 786-638-1392 или по электронной почте info@pearlrestaurant.com. Chen Senior Medical Center в Авентуре принимает новых пациентов. Замечательный русскоязычный врач Феликс Груцки. Родился, кстати, в Чикаго, точнее в Оук-парке. Еще раз уточняю, эта медицинская клиника специализируется на пациентах свыше 65 лет. Номер телефона 305-466-73-33. 305-466-73-33. SkyBiz. Бизнес-услуги для любого этапа развития вашей компании. Наша цель – сделать управление бизнесом легким и не вызывающим стресса, чтобы вы могли сосредоточиться на ведении своего дела с радостью и энтузиазмом. Добро пожаловать в сеть SkyBiz Services Network. Мы рады представить вам обновленный список бизнес-услуг. Наши сотрудники работают по всей территории США, а все встречи мы проводим удаленно, используя технологию веб-конференций. Вы можете встретиться с нами, не выходя из дома, офиса, на пляже или в любом другом удобном для вас месте. Мы с нетерпением ждем ваших звонков и всегда рады помочь вам. Услуги бизнес-консалтинга, услуги по регистрации бизнеса, оформление лицензий и разрешений, настройка программного обеспечения, онлайн-бухгалтерия и налоги, бухгалтерская поддержка QuickBooks, кадровый учет и расчет заработной платы,
налоговое планирование, электронная подача налоговых деклараций, финансовый консультант онлайн, услуги по финансовому планированию и по аудиту бизнеса, а также по технико-экономическому обоснованию, нотариальные услуги, в том числе и удаленные, мобильные, оформление доверенностей и оформление квитанций об оплате услуг. Адрес в интернете www.skybizservices.com, email info@skybiz.com, телефон 850-305-0707. Светлана Миславская и Ольга Полищук. Физиотерапевтическая клиника Core Strong. Физиотерапия на дому. Тренировка баланса, массажная терапия, коррекция осанки. Полная реабилитация после автомобильной аварии. Мы говорим по-русски. Два адреса. 141 Northwest 20 улица, Unit G2, Boca Raton, Флорида. И 2500 East Hallandale Beach Boulevard, Сьют 611, Hallandale Beach, Флорида. Телефон 954-701-1287. Адрес в интернете www.coredpt.com. Джелтко. Подготовка налогов, фирма по планированию и бухгалтерскому учету с услугами в Чикаго и Майами. Не ждите до последней минуты. Запишитесь на прием сегодня. Два адреса. 425 Hugh Road, Сьют 4B, Норсбрук, и 1720 Harrison Street, Сьют 18B, Холливуд, Флорида. Телефоны 847-279-84-48 Чикаго, 754-237-1555 Майами. Свяжитесь с нами, и мы поможем. Бизнес-услуги, индивидуальные услуги, услуги для некоммерческих организаций, услуги по инкорпорации. Адрес в интернете www.jeltonline.com. Dental Arts Boca Raton. Это не просто стоматология, это искусство стоматологии. Наши услуги. Косметика, реставрация, гигиена и чистка зубов, установка хирургических имплантов, неотложная зубоврачебная помощь. Прозрачные пластинки, так называемые быстрые брекеты. Свяжитесь с нами по телефону 561-241-76-56, 561-241-76-56, адрес 1905 Клинтмур Роуд, Суит 200 Boca Raton, Флорида, доктор Александра Хаимова. Специальное предложение для новых клиентов, $125 – это профилактика, осмотр и рентген. Dental Arts Boca Raton. Стоматологическая клиника Ильи Фрайберга. Бесплатная консультация, включая рентгеновские снимки, чистка зубов, глубокая чистка и лазерное отбеливание десен, виниры и косметологическая стоматология, пломбы, коронки и зубные мосты, лечение корневых каналов, удаление зубов, включая зубы мудрости, Invisalign и традиционные брекеты, зубные протезы и протезы с опорой на импланты, реконструкция всей полости рта и создание улыбки. Номер телефона 954-923-73-48. Адрес 1876 Polk Street, Голливуд. Адрес в интернете www.smile-on-us.com. Говорим по-русски, по-испански и по-английски. Сара за Исаком и Оскар Стони. Во Флориде льет как из ведра, и это только начало. Национальное управление океанических и атмосферных исследований предупредило, что активность ураганов в Атлантическом бассейне в этом году будет выше нормы. Сезон ураганов 2024, он начался 1 июня и продлится до конца ноября, будет агрессивнее, чем обычно, на 85%. Вероятность сезона в районе нормы 10%, ниже нормы 5%. NOAA прогнозирует от 17 до 25 очень крупных штормов, ветер 39 миль в час или выше. Из них от 8 до 13 могут стать ураганами, ветер 74 мили в час или выше, в том числе от 4 до 7 крупных ураганов, категории 3, 4 или 5, с ветром 111 миль в час или выше. Уверенность синоптиков в этих диапазонах составляет 70%. Синоптики объясняют тревожный прогноз стечением факторов: рекордно теплую температуру Атлантического океана, развитие условий Ла-Нинья в Тихом океане, ослабление пассатов в Атлантике и уменьшение сдвига ветра. В этом году на США уже обрушились 11 экстремальных погодных катаклизмов, и общая сумма ущерба составила $25.1 миллиарда. На нас идут Альберто, Берил, Крис, Исаак, Джойс, Кирк,
Лесли, Милтон, Надин, Оскар, Петти, Рафаэль, Сара, Тони, Валерий и Уильям. А зимой и весной следующего года неспокойно будет в Северной Атлантике. Так что, если подумываете о Тихоокеанском переходе по 50% скидке или наоборот, на повторение маршрута Титаника, подумайте дважды. Не хуже Барби. Конечно, порой женщина в диалоге специально стремится показаться глупой, чтобы мужчина мог ощутить себя умным. И если бы ведущая BBC Хелена Хамфри беседовала вчера, скажем, с нашим президентом, то никаких вопросов по ее части не возникло бы. Но Хелен брала интервью у уверенного в себе бравого израильского подполковника, одного из самых образованных и толковых ребят Цахала, бывшего пресс-секретаря армии обороны, на протяжении 6 лет игравшего ключевую роль в разъяснении военной стратегии и внешней политики своей страны, а ныне старшего сотрудника Фонда защиты демократии Джонатана Конрикуса. И разговор у них, естественно, пошел о рейде по спасению заложников, который, по словам преемника Конрикуса, контр-адмирала Даниэля Хагари, напоминал по масштабам, риску и исполнению операцию «Энтеббе». Хелен интересовал, по сути, один вопрос. Как Конрикус объяснит огромное количество погибших среди жителей анклава при его проведении? Подполковник, поработавший в свое время и в израильской миссии ООН, и встречавший в этом рассаднике идиотов разных персонажей, терпеливо объяснял. А нужно сказать, что Хелен Хамфри довольно красивая женщина. Хоть и работает на BBC, но американка, родилась в Вашингтоне. Хоть и окончила факультет искусств университета в Ноттингеме, но работала на NBC в Нью-Йорке, в Вашингтоне, в Чикаго. Глубоко занималась движением Black Lives Matter. Симпатизировала ему, брала интервью, кивала, говорила не всегда впопад, но красивая же. А чего еще нашему человеку надо? Оказалось, впрочем, что в NBC на красоте далеко не уедешь, и руководство дало ей понять, что диплом бакалавра искусств – это прекрасно, но для того, чтобы стать профессиональной журналисткой, нужны и несколько других навыков. И тогда Хелен поехала в Англию, поступила в Академию BBC, где изучала написание новостей, видео и онлайн-журналистику, и окончила ее в прошлом году, а окончив, поступила на работу по месту учебы. И вот встретилась в эфире с Джонатаном Конрикусом, и стало понятно, что в этой академии нужно что-то подправить, так как выпускает она, мягко говоря, не совсем качественный персонал. Потому что на минуте на четвертой, выслушав пылкие объяснения своего гостя, Хелен Хамфри спросила, «Неужели нельзя было заблаговременно предупредить гражданских лиц о проведении операции по спасению заложников, чтобы они вовремя ушли и таким образом избежать многочисленных жертв?» Я не знаю, из чего конкретно делают подполковников израильской армии. Ясно одно – из особо прочных материалов. Господин Конрикус смешался лишь на пару секунд, но справился и ласковым тоном лечащего врача сообщил госпоже Хамфри, что в таком случае операция потеряла бы смысл, на что Хелен похлопала ресницами не хуже Барби. Да и ладно, тут все ясно. А вот что касается ситуации в Израиле, то не все. Ниже мое субъективное мнение, не настаиваю и можете не тратить пыл или время, если не согласны. Бывший министр обороны, начальник генштаба и бывший, а может и не бывший, ставленник байденовской администрации Бенни Ганц сдержал свое слово, данное 18 мая, когда предупредил, что если Нетаньяху не представит согласованный план возвращения заложников домой и управление послевоенной Газой, среди прочего, то он покинет военный кабинет 8 июня. 8 июня устраивать скандал оказалось не с руки, поскольку страна праздновала освобождение 4 заложников, а вот 9 он это сделал. И из коллеги по военному кабинету в военное время снова превратился в главного политического соперника Нетаньяху, который сделал вид, что ужасно расстроен и попросил Ганца вернуться. Но тот был непреклонен. «Уход из правительства – сложное и болезненное решение», – сказал Ганц в воскресенье вечером. «Нетаньяху мешает нам двигаться вперед к настоящей победе в Газе. Вот почему я покидаю сегодня чрезвычайное правительство с тяжелым сердцем». А сейчас в нашем эфире рекламный блок для жителей Чикаго и пригородов. Похоронный дом Вайнстайн и Пизер предлагает самые выгодные цены на все услуги, а также современный зал для прощания с близкими. Здесь помогают русскоязычным семьям более 30 лет и гордятся этим. Чуткие сотрудники понимают традиции и нужды каждой семьи и хорошо знают, что именно необходимо в трудную минуту. За дополнительной информацией звоните
847-256-5700. 847-256-5700. Адрес 111 Скоуки Бульвар, Вилмет. Дорогие родители! Если вы хотите развить у вашего ребенка логическое и креативное мышление, структурный подход к решению любых, даже сложных жизненных задач, умение находить нестандартные решения, развить навыки работы в классе, ведение и пользование конспектами, которые подготовят его к учебе в колледже, хотите видеть вашего ребенка свободно выбирающего будущую престижную профессию без страха за сложности с математикой, все это вы найдете, записавшись в популярную по всей Америке и Канаде Russian School of Mathematics, RSM. За 25 лет своего существования школа, благодаря бесспорному успеху своих учеников, не раз привлекала к себе внимание таких популярных медиа, как Wall Street Journal, New York Times, Washington Post, Atlantic Magazine, NPR Radio и TED Talk. По оценке Центра для талантливой молодежи при университете Джонса Хопкинса, RSM входит в десятку лучших образовательных программ в мире. К вашим услугам 5 действующих филиалов RSM в Иллинойс. В Баффало Гроув, Виллинге, Скоуки, Шамбурге и Напервиль. Для записи зайдите на сайт www.mathschool.com, MathSchool в одно слово, и нажмите на зеленую кнопку Schedule Evaluation, где вы сможете выбрать из списка школу, удобную для вас по месторасположению. После короткого 30-минутного собеседования вам будет предложен класс, наиболее подходящий вашему ребенку. Ждем вас! Наш телефон 855-628-48-55. 855-628-48-55. www.mathschool.com. Если вам нужен безупречный, очень надежный во всех аспектах автомобиль, то рекомендуем Mercedes-Benz от Hoffman Estates. Это ваш дилер, и неважно, идет речь о новой или подержанной машине. Нуждаетесь в качественном техобслуживании? Понадобились запчасти для самостоятельной работы с автомобилем? Во всех этих случаях Mercedes-Benz Hoffman Estates является наилучшим ответом. От новых фургонов Sprinter до нового Mercedes'а любого класса. Выбор автомобилей здесь непревзойденный. Адрес 1000 West Golf Road в Hoffman Estates, чуть к западу от I-90. Адрес в интернете mercedeshoffman.com. Номер телефона 847-885-7000. Mercedes-Benz of Hoffman Estates. Говорят по-украински, по-русски и по-польски. Сергей Кучинский, ведущий адвокат юридической группы Кучинский Law Group, теперь сотрудничает с фирмой Clifford Law Offices в Чикаго, одной из ведущих в стране юридических фирм, специализирующихся на делах, связанных с травмами и медицинской халатностью. Сергей свободно владеет русским и эстонским языками. Вместе эти компании будут вести ваши дела, связанные с медицинской халатностью, включая родовые травмы, черепно-мозговые травмы и хирургические ошибки. Также в компетенцию Сергея входит неправильная диагностика рака, ДТП, аварии с участием пешеходов и велосипедистов, травмы и гибель людей на железной дороге, авиакатастрофы, дела о дефектных изделиях, травмы на строительстве, взрывы, утопления, различные сложные дела, связанные с травмами и смертельным исходом. Звоните Сергею Кучинскому в случае травмы или трагической гибели близкого человека. Бесплатная консультация. Звоните по телефону 1-833-425-65-29. 1-833-425-65-29 или заходите на сайт www.cliffordlaw.com. European Foot and Ankle. Приходите к нам, вас ждут опытные подиатристы Вадим Гашко и Виктория Чирман. Вросшие ногти, бородавки, мозоли, артрит, пяточные боли, бурсит, воспаление слизистых сумок в области суставов, боли в пальцах ног, грибок. Говорим по-украински, по-русски и по-польски. Звоните 773-769-33-10. А для визитов на дом 312-998-09-74. Адрес клиники 5310 North Sheridan, Чикаго. Тапас Гитана. Восхитительная еда, широкий выбор тапас, в том числе множество вегетарианских и безглютеновых блюд. Теплая обстановка, уютное патио и вежливое обслуживание.
почувствуйте снова вкус настоящей Испании. Энди энд Тапас Гитана Тим ждут вас. Номер телефона 847-784-93-00. Адрес ресторана 310 Хаб Роуд, Норсфилд. Адрес в интернете www.tapasgitana.com. Apex Windows Works. Мы уже живем, работаем и рекламируем людей столько лет, что точно знаем, кто действительно хорош в своем деле. Apex Windows Works – абсолютно лучший выбор для вас, если вам нужно заменить окна или двери на патио, отремонтировать затуманившиеся стекла или заменить треснувшее или разбившееся стекло, починить прогнившие оконные рамы и сделать из старого дека совершенно новый. Не ждите, пока ваши окна и двери засифонят на чикагских морозах и все ваши домашние начнут простужаться. А зима-то катит в глаза. Мастерские руки от доброй науки. И главное, ребята из Apex Windows Works – это гарантированное качество и более чем умеренные цены. Рекомендуем с уверенностью, что вы останетесь довольны. apexwindowsworks.com или apexdeckingusa.com. Номер телефона 847-916-85-55. 847-916-85-55. Виллинг. Goldfish. В школе плавания «Золотая рыбка» Goldfish малыши учатся не только плаванию, но и тому, как преодолеть страх, быть упорным и достигать цели. Здесь помогают им расти здоровыми, счастливыми, маленькими людьми. 30-минутные уроки по индивидуальным программам, семейные плавательные торжества, дни рождения и другие праздники. Номер телефона 847-897-4300. Норсбрук. Адрес 3101 Данди Роуд. Адрес в интернете www.goldfishswimmingschool.com. Добро пожаловать в Casa Kitchen and Bath. Переделка кухни и ванной комнаты. Шкафы для них по индивидуальному заказу, возможно финансирование. Дизайн кухни, полная перепланировка дома, строительство лестниц. Переделка бейсмента, бетонные работы, переделка инвестиционной недвижимости. Команда опытных дизайнеров и подрядчиков Casa будет работать с вами, чтобы создать пространство, отвечающее вашим потребностям и бюджету. Гарантируем высококачественное исполнение и отличное обслуживание. Говорим на русском, молдавском и английском языках. Посетите наш выставочный зал по адресу 654 Иллиной Роуд 59, Нейпервиль. Номер телефона 630-857-09-34. Адрес в интернете www.casakitchenandbath.com. Вы устали постоянно щуриться? Не можете четко видеть или страдаете от сухости и раздражения глаз? В центре IC и Des Plaines Eye Care Center мы используем самые современные технологии и предлагаем различные услуги по уходу за глазами, начиная с комплексных, плановых и медицинских осмотров глаз, подбора правильных именно для вас контактных линз и заканчивая рефракционными, катарактальными и другими глазными операциями. Мы специализируемся на лечении близорукости у детей и лечим заболевания так называемого сухого глаза. У нас есть все, что нужно для идеального зрения – от стильных очков до ультрасовременных солнцезащитных очков. Не ждите больше и попрощайтесь с дискомфортом в глазах и раздражающим вас нечетким зрением. Доверьтесь нашей команде профессиональных оптометристов. Мы поможем вам снова посмотреть на мир. Записывайтесь на прием прямо сегодня. То, что вы видите, имеет значение. Мы – это здоровье и комфорт ваших глаз. Доктор Нахлис говорит по-русски, а персонал в обеих клиниках говорит по-украински, по-русски и по-болгарски. Адреса клиник: 275 Parkway Drive, Suite 415, Линкольншайр, номер телефона 847-908-3568 и 782 West Octon Street, Des Plaines, номер телефона 224-236-2020. Легендарный фестиваль Равиния. Это дом живой музыки на протяжении всего лета. Заходите на сайт ravinia.org за билетами и внимательно прочитайте весь календарь сезона. Сегодня в Равинии классно. Дуэль биг-бендов – кайф для любителей джаза. Джазовые вечера продолжатся на наступающей неделе во вторник и среду, а в пятницу 21 июня не пропустите концерт Violent FMS американской фолк-панк-группы из Милуоки. Группа – гигантская часть альтернативной рок-сцены 80-х годов и остается популярной до сих пор.
Особый интерес вызывает тот факт, что играть они будут вместе с частью музыкантов Chicago Symphony. Мы ждем вас этим летом на встречах с вашими любимыми звездами под звездным небом. Внимание! Прокатитесь на метро Метро по северной линии Union Pacific до Равини и обратно бесплатно при наличии билета на концерт. Еще раз, билеты в продаже на сайте ravinia.org. Чикагский симфонический оркестр представляет патетическую симфонию Чайковского. Она прозвучит под руководством выдающегося дирижера Лахава Шани с 20 по 22 июня в симфоническом центре. А 23 июня знаменитый пианист Даниил Трифонов выступит в фортепианном концерте, написанном для него бывшим композитором-стажером Чикагского симфонического оркестра Мейсоном Бейтсом. Этот концерт идеально подходит Трифонову благодаря его виртуозности и великолепной навигации в джазовых ритмах. Билеты можно приобрести на сайте cso.org. KRD Accountants. Бухгалтерская фирма KRD поможет разработать стратегию, вести бухгалтерский учет и снизить налоги. Все для того, чтобы ваш бизнес стал более прибыльным. Налоговое и финансовое планирование, подготовка налоговой декларации, аутсорсинговые бухгалтерские услуги, учет клиентов и консультационные услуги, финансовая отчетность, аудит, обзоры и компиляции, оценка бизнеса, комплексная проверка слияний и поглощений, планирование. Анна Лукьяновский и Роберт Эйзенштадт. Номера телефонов 847-278-44-22, 847-240-1040. Адрес 1051 Периметр Драйв, 9 этаж, Шаумбург. Адрес в интернете www.krdcpas.com. 3C Automotive and Repair. Ниже цены, выше качества. Мастерская по ремонту всех марок автомобилей, отечественного и зарубежного производства. Все виды механических работ, ремонт и заправка кондиционеров, компьютерная диагностика, прохождение emission тест и буксировка. Адрес 8256 Lincoln Avenue, Skokie. Номер телефона 847-982-6560. FIMA. Адрес в интернете www.3cauto.com. Octi Health. Если вы или ваши близкие недавно перенесли операцию, выписались из больницы, восстанавливаетесь после травмы, упали или у вас диагностированы такие заболевания, как диабет, раны, язвы, болезни сердца, инсульт, болезнь Паркинсона, потеря памяти, заболевания легких или артрит, команда Octi Health будет конфиденциально координировать ваше медицинское обслуживание в комфорте вашего дома. Квалифицированные медсестры, физиотерапия, трудотерапия, логопедия, социальные работники и помощники по дому. Медицинские услуги на дому покрываются программой Medicare и другими страховками. Номер телефона 847-305-54-84. Адрес в интернете www.octihealth.com. Вы ищете счастье и спокойствие? Я помогу вам. Гадалка и ясновидящая Тина. Помощь в решении любых жизненных проблем. Личные отношения, бизнес, здоровье, брак. Гадание по руке и на картах Таро. Очищение чакр. Мы продаем целебные масла, свечи и кристаллы. Телефон 847-744-30-60. Адрес 186 Skokie Road, Highland Park. Адрес в интернете www.psychicchakrastudio.com. Марджери Тейлор Грин, член палаты представителей от Джорджии, всегда была немного того. В детстве она не верила в Санта-Клауса, как все остальные дети, в юности в любовь, в студенческие годы в милосердие. Но потом что-то приключилось в ее голове, и Марджи стала верить и в Санта-Клауса, и вообще во все, включая НЛО, Несси и, главное, в теории заговора. Не один человек сошел на этом с ума, но совсем немногие из сошедших пробились на капиталистский холм. Хотя, может, я и не прав. Да, точно не прав. Их там большинство, просто Тейлор Грин – одна из наиболее безнадежных из них. Она, например, является сторонницей теории заговора 11 сентября и считает, что обрушение башен Всемирного торгового центра случилось не в результате пожара или повреждений, вызванных столкновением самолетов с башнями, а из-за подрыва взрывчатых веществ, установленных в здание заранее
или же последовательных подземных взрывов трех термоядерных зарядов мощностью примерно в 150 килотонн в тротиловом эквиваленте каждой. По-хорошему, уже после заявления об этом Марджери нужно было помещать в психиатрическую больницу. Но потом был Пиццагейт. Я терпеть не могу Хиллари Клинтон и все, что с ней связано, но Пиццагейт – это теория заговора, согласно которой влиятельные сторонники тогдашнего кандидата в президенты были связаны с тайной организацией педофилов. Марджери вдохновилась рассуждениями кретинов о связи популярной пиццерии Comet Ping Pong в Вашингтоне, где часто ужинал глава штаба Хиллари Джон Подеста. А когда не ужинал, то переписывался с владельцем пиццерии с использованием кодовых слов, которые показались им сомнительными. А массовые расстрелы в американских школах Тейлор Грин относила к вмешательству извне. Но всего этого оказалось недостаточно для победы на выборах в Джорджии. Тогда Марджи потребовала казни видных политиков-демократов и заявила, что Энтони Фаучи ответственен за смерть миллионов людей, поскольку ковид – дело его рук. Тут уж, конечно, деваться было некуда, и госпожа Тейлор Грин не только триумфально победила и попала в Палату представителей, но даже была избрана в несколько комитетов Конгресса 3 января 2021 года. Правда, уже через полтора месяца Палата представителей, обратив внимание на некоторые странности дебютантки и прочитав ее резюме, проголосовала за ее отстранение от всех постов в этих комитетах. При этом к демократам присоединилось 11 республиканцев. Забегая чуть вперед, замечу, что после начала войны в Украине Марджи категорически возражала против помощи этой стране и голосовала против всех законопроектов, внесенных в Палату представителей в связи с этой войной, будь то военная или финансовая помощь Украине или санкции против России. В нескольких голосованиях Грин и представитель Кентаки Томас Масси были единственными, кто подал голос против. Упомянутый Фаучи на днях был вызван на слушание в Конгресс, который вновь озаботился вопросом о происхождении COVID-19. Вновь потому, что он уже потратил более года на изучение реакции страны на пандемию и роли в ней финансируемых США лабораторий в Китае. В ходе расследования подкомитет выслушал около 100 часов показаний и изучил горы документов, но так и не смог найти никаких доказательств, связывающих Фаучи с потенциально опасным исследованием в Ухане. Марджери Тейлор Грин, главный идеолог вакцинного заговора, отказалась называть Фаучи доктором и потребовала его осудить и отправить в тюрьму за преступление против человечности. Ну, точь-в-точь, как Иван Бездомный 100 лет назад, требовавший арестовать Воланда и сослать его на Соловки. Фаучи, который ушел в отставку в 2022 году, сказал, что тирады, подобные этой, или какая-то совершенно безумная идея о том, что я создал вирус, привели к тому, что он вместе с семьей должен жить под круглосуточной охраной в никому неизвестном месте. Вот почему мне до сих пор угрожают смертью. Потому что людей, подобных Тейлор Грин, слушает та часть населения, которая верит в подобную чушь, добавил он. Напомню, что Фаучи почти 40 лет работал директором Национального института аллергии и инфекционных заболеваний. Он отвечал за принятие мер правительства по борьбе с COVID-19 при Дональде Трампе, а затем работал в качестве советника Джо Байдена, который в то время как раз только улыбался и пощипывал всех, кто неосмотрительно приближался к нему. Но разногласия доктора с Трампом вызвали ярость правых и лично Дональда Федоровича. Например, Фаучи категорически не одобрял превентивный прием президентом гидроксилхлорохина, которым лечат малярию, ревматоидный артрит и системную красную волчанку, а также отлично зарекомендовавшего себя в деле выведения пятен и очистки грязных плит. Это средство Трампу прописал его лечащий врач Шон Конли, который окончил Филадельфийский колледж остеопатической медицины. Все это действительно весьма прискорбно, потому что я думал, что цель слушаний – попытаться понять, что нам необходимо сделать, чтобы в следующий раз, когда и если мир столкнется с пандемией, мы были бы лучше подготовлены. Нам нужно назвать очевидные ошибки, выявить неочевидные и постараться не попасть впросак в будущем. Вместо этого мы занимаемся переливанием из пустого в порожнее и смотрим какие-то безумные фотографии с собаками, сказал Энтони Фаучи. Хотя хотел сказать, наверное, слушаем разных. У меня похожие трудности, хотя я пока не под федеральной защитой. Не могу высказать все, что думаю о предстоящих в ноябре выборах и обоих кандидатах. Нет, свободу моего слова никто никогда здесь не ущемлял. Просто я не могу при письме использовать ненормативную лексику, а я от себя скажу, что тоже с трудом использую ее в радиоэфире. На этом сегодня все. Желаю вам
продуктивной, спокойной, шикарной будущей недели. Подписывайтесь на наши социальные медиа, Свет Медиа Групп, Свет Коннект Флорида, группа на Facebook, в Instagram Свет Флорида и наш сайт свет.com. А если вам нужна реклама на наших волнах, то звоните 847-477-7770 в Чикаго или 561-906-6442 в Майами. Вы слушали Радио Оса Чикаго, с вами был Сергей Сосновский. До скорого, увидимся, до новых встреч в эфире.